Новый сквер открыли сегодня фестиваль на микрорайоне. Территорию благоустроили возле дома номер 177 по улице Тургенева. Сквер назвали образцовым, и он полностью оправдывает свое имя. Теперь там есть полноценные спортивные и детские площадки с прорезиненным покрытием. Местные жители сразу же опробовали тренажеры, а краснодарцы помладше заинтересовались каруселями. Для вечерних прогулок на свежем воздухе проведено уличное освещение. Сквер благоустроен на средства одного из местных застройщиков. Спонсор потратил около 15 миллионов рублей. Раньше на этом месте были старые гаражи.